Ночью вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке Ерасха. США не должны финансировать страну, которая угрожает региональной безопасности и миру. Адам Шиф о провокационных действиях Азербайджана на армяно-азербайджанской границе. Агрессивные действия Азербайджана сопровождаются территориальными претензиями на самом высоком уровне. Мгер Маркарян направил письмо председателю Совета безопасности ООН. США должны укрепить отношения с Арменией и признать право народа Арцаха на самоопределение. Кэтрин Кларк осудила агрессию Азербайджана против Армении и Арцаха. Армяне, курды и киприоты Великобритании обратились к премьер-министру страны с просьбой ввести санкции против Турции для прекращения военных действий в Курдистане. Новая причина конфронтации между Израилем и Ираном. Танкер с нефтью подвергся нападению. Сегодня выявлено 243 случая заболевания коронавирусом. 163 человека выздоровели, шестеро скончались.